сразу угощают шампанским и прохладительными напитками. Похоже, нас ведут в конференц-зал. Да, идем, берем визитки. Идем смотреть номера в отеле «Рексус Шарм». Такие длинные коридоры у них. Достаточно просторные, широкие и светлые. Очень прохладно. Рексус Шарм. Такая небольшая горочка, но у них есть большой аквапарк. Но говорят, что зимой вот этот бассейн тоже отапливают. Ездит по территории Гурт-парк. Везде все чистенько убирается. На хорошем таком достойном уровне. Это у нас что? Семейный. Семейный. Семейный номер. Косметики. Кстати, да, покрытие у меня. Халаты, тапочки. Это, похоже, детская. Тоже халаты детские. Разделяет стенка со стеклянной частью. Это родительская спальня. Все понятно, девочки. Рексусы будем продавать каждый день. Чайные наборы. Вид на горку, которую мы только что проходили. Все чистенько, все новенько. Вот такие гольф-кары тут ездят по территории Рексуса. Шарм. Если 2, 25. Если 2, 30. Похоже, мы выходим на территорию еще одного бассейна, где, судя по всему, проходят еще какие-то мероприятия, концерты, выступления. Все номера выходят с видом на бассейн. Номер тут берешь. 37 метров, видите, 2 плюс 2 максимальное расположение. Ну, вот и тапочки. Значит, они надо
Номер хороший, везде супер-орах ванны. Везде супер-орах ванны. Симпатичный вид.